инфекционном отделении Туапсинской больницы остаются 44 ребенка из Мурманской области. Все они пассажиры поезда номер 226 «Мурманск-Адлер», который прибыл в Туапсе 7 августа. Уже после первичного осмотра на перроне было принято решение 16 детей отправить в больницу. Еще 28 ребят госпитализировали по итогам медосмотра, который специалисты провели в детском оздоровительном лагере. Эти данные сегодня на оперативном совещании в правительстве региона озвучил заместитель губернатора Юрий Фомин. Он подчеркнул, по информации главного врача Туапсинской больницы, тяжелые случаи отравления отсутствуют, и ситуация полностью находится под контролем медицинских работников. Всего к месту отдыха на Черноморское побережье поезд номер 226 из столицы Заполярья доставил 107 юных северян и 11 сопровождающих. Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сейчас следственные органы выясняют, как в дороге было организовано питание транспортной компании. Если есть действительно нарушение закона, чтобы виновные ответственность понесли, ну а самое главное учесть на будущее, может быть, более жесткий контроль, в том числе к тем, кто оказывает транспортные услуги, для того, чтобы подобных случаев не повторялось. В связи с этим инцидентом открыть телефон горячей линии 8 921 162 77 96. С сегодняшнего дня он работает круглосуточно. Специалисты ответят на любые вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи детям, которые прибыли к месту летнего отдыха поездом «Мурманск-Адлер».